Друзья, приветствую, на связи Денис. Ну что, у нас вышел новый, второй фан-токен Launchpad на бирже Binance, или же 23-й Launchpad вообще на всей бирже Binance. И это будет у нас Launchpad на фан-токены Porto. Это у нас вновь футбольная команда, вновь фан-токены, и вновь здесь можно будет заработать иксы. Скорее всего, они будут, и я считаю именно так. В этом видео я вам расскажу, сколько здесь можно заработать, основываясь на предыдущем лаунчпаде. Самое главное, я вам расскажу отличие между лаунчпадами и лаунчпулами, потому что здесь принципиально важно понимать разницу, это очень-очень разные вещи. Я вам расскажу про минималку, с которой здесь можно участвовать, что вообще здесь нужно делать, куда нажимать, кликать, заходить и в какие даты все это чудо у нас будет. В общем, кому интересно, то усаживайтесь поудобнее, а мы с вами начинаем. Итак, начнем мы с того, что у нас есть лаунчпады, а также у нас есть лаунчпулы. И здесь я хочу буквально в двух словах сказать вам принципиальное различие между лаунчпадами и лаунчпулами. В случае с лаунчпулами вы никогда в жизни ничего не потеряете, потому что здесь мы только зарабатываем новые токены на ваши токены. Грубо говоря, мы майним там на одни токены другие токены. Вот в данном случае мы застейкали BNB BUSD, получаем в награду токены DAR. Мы ничего не покупаем, в минус никак не можем уйти, то есть это вот максимально безопасно, пассивно и профитно. В случае с лаунчпадом, в принципе, чисто технически, мы можем уйти здесь в минус, и мы можем даже что-то потерять. Почему? Потому что здесь нам уже придется купить токены. Здесь нам за бесплатно никто ничего не даст. Мы будем покупать токены, в данном случае это токены Porto, и мы их будем покупать как, по какой-то цене. Мы их будем покупать по самой начальной стоимости, еще до листинга на биржу. То есть вот никто еще этот токен не может купить, потому что он на бирже не торгуется, а мы его сможем купить. Это у нас идет как пресейл. Вот сейчас на хайпе CoinList, вот по типу этого, это вот тот самый токен сейл, только не на CoinList, а на Binance, и токен сразу выходит, и вы его тут же через полчаса можете продать, и тут же забрать свою прибыль, и в этом, в принципе, весь кайф. У нас будет конкретная цена 1 доллар, и мы по этой цене будем покупать данный токен. Только мы его будем покупать не за доллары, а будем покупать за BNB. Это очень важно, у вас должны быть ваши BNB на вашем аккаунте. И, кстати, не на любом аккаунте, об этом мы тоже обязательно с вами поговорим, я вам расскажу, где именно нужно держать ваши токены BNB. Так вот, чисто теоретически, мы покупаем токен по доллару, если он в дальнейшем листится на Binance, а он листится на Binance, и если он торгуется, а он торгуется, но если он будет торговаться меньше вот этой вот стоимости, и мы его продадим за такую стоимость, условно по 50 центов, да, ну вот что-то случится такое из рода вон выходящего, и мы его продадим, то мы можем уйти в минус. То есть вот так вот. Здесь в лаунчпуле мы ничего не покупаем, 100% только плюс. Здесь технически, теоретически можем уйти в минус, но основываясь на истории предыдущих лаунчпадов, я могу сказать, что 99% это будет просто мега иксы, и от этого доллара мы увидим цену намного выше и сможем продать вот данный токен Porto намного выше. Теперь давайте более детально по токеномике, по датам, куда кликать, куда нажимать, как во всем этом участвовать. Заходите вот в квадратики, вкладка лаунчпад, есть вот такой вот лаунчпад Porto, нажимаете вот сюда. Здесь нам предлагают посмотреть подробности. В принципе, давайте вот нажмем посмотреть подробности. Увидим, что это 23-й проект на Binance. Увидим, что максимальная локация на одного человека 10 тысяч USDT или же 10 тысяч токенов. Это хорошо, поскольку даже если вы очень крупный кит, больше чем 10 тысяч токенов вы не заберете. Ну, можно распределить на разные аккаунты, но это уже другая басня. Давайте скажем, они говорят про максималку, а я скажу про минималку. Значит, вам нужно минимум иметь у себя на кошельке 0,1 BNB, для того, чтобы принять участие в любом лаунчпаде на бирже Binance. И это круто, потому что буквально еще год назад вам нужно было иметь минимум 100 BNB, чтобы участвовать в лаунчпаде. Потом они эту планку опустили на 50, сейчас это 0,1 BNB и дальше сколько угодно. Хотите 1 BNB, хотите 2, хотите 22, зависит только от вас. Понятное дело, чем больше у вас будет BNB, тем больше вы сможете заработать и по факту заработаете. Потому что ваша аллокация будет зависеть от конкретно вашего количества BNB, от количества BNB всех пользователей, которые его здесь вот зафиксируют в этом лаунчпаде, и от конкретного количества токенов, которые здесь раздаются. Конкретное количество токенов у нас здесь будет вот 40 миллионов токенов. То есть, подождите, это токен supply весь, а total allocated на Binance Launchpad 4 миллиона токенов, верно. Всего на 40 миллионов токенов в природе, а 10% 4 миллиона токенов будет роздано на лаунчпаде. Вот мы знаем цифру 4 миллиона,
И вы можете узнать условно свою цифру, сколько у вас BNB, там 2 BNB. Но вы никак не узнаете, ну, в данную секунду, сколько всего BNB застейкано. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько здесь можно заработать, сколько я заработаю с какого-то количества BNB, это невозможно математически вычитать, потому что мы не знаем вот этой вот цифры, сколько всего пользователей застейкает свой BNB. А от этого непосредственно будет зависеть аллокация каждого из нас. Ну, плюс мы не знаем, по какой цене мы эти токены порта в дальнейшем будем торговать, продавать и тому подобное. Но плюс-минус вот можете сравнить с Lazio, да, как я уже говорил. Посмотрите видео наше про Lazio. Мы отвечали, сколько я заработал, сколько подписчики. И плюс-минус у вас уже сложится какая-то картина, стоит здесь принимать участие или не стоит. Теперь давайте более детально, наверное, о том, где нужно держать эти BNB, поскольку это тоже важно. Смотрите, можем вернуться вот сюда вот. И у нас есть такая вот классная кнопка «Подробные правила расчета BNB». Нажимаем и видим, что мы можем держать BNB на спотовом аккаунте, на фиатном аккаунте, даже на субаккаунтах, на маржинальном аккаунте, в депозитах, но, кстати, не во всех, сейчас об этом поговорим, в аккаунте Launchpad, я сюда еще доплюсую в Launchpool, вы тоже можете держать свои токены BNB, если они у вас есть, фьючерсный кошелек, счет карты, но для СНГ это не актуально, у нас пока еще карт нету в этом году, и BNB Vault. Вот здесь везде вы можете держать ваши BNB, и каждый день, начиная, давайте вот посмотрим с какой даты, начиная с 6 ноября по 16 ноября, в течение этих 10 дней, каждый день, каждый час у нас будут происходить снэпшоты от Binance. То есть Binance будет делать снимок наших балансов BNB и непосредственно именно тех BNB, которые находятся вот на этих аккаунтах и не более. Здесь не участвует аккаунт DeFi стейкинга, здесь не участвует аккаунт фиксированного стейкинга и здесь не участвует аккаунт LiquidSwap. Если у вас будет BNB где-то здесь, соответственно, вот этот вот снэпшот от Binance их не увидит, и в результате у вас там среднее количество BNB за все эти 10 дней может быть меньше, чем в конечном итоге у вас будет вообще там на спотом кошельке. Сюда, к слову, я от себя хочу еще добавить, что если у вас BNB будет в каком-то ордере, в сделке, то он тоже, ну, не светится, как на вашем каком-то вот спотовом аккаунте или фьючерсном или что-то еще. Поэтому я так понимаю, что если у вас в ордере стоит BNB, то он тоже здесь не будет учитываться. Обратите на это внимание, если у вас там открытые ордера, что-то еще, но вы хотите участвовать в лаунчпаде, ну, возможно, стоит задуматься и все-таки все BNB вытянуть, чтобы они просто у вас были, и Binance сделал на них снимки. Это тоже очень важно, потому что потом говорят, а почему у меня там сейчас 10 BNB, а средний баланс только на 8. Значит, просто где-то не там они лежали, или вы их докупили позже, потому что здесь вот каждый час делаются балансы. Точнее, делаются снимки. Еще очень частый вопрос, а если я куплю в самый последний день, я смогу участвовать? Да, вы сможете участвовать, но вы сможете участвовать на очень маленькую часть BNB от тех, что вы купили. Потому что вы купили в последний день, и условно вы попали на вот эти вот снимки только в последний день, а до этого на 9 дней снимков вы не попадали, а будет высчитываться среднее за 10 дней. Поэтому вот как-то так, я думаю, все логично. Теперь давайте дальше. У нас есть subscription период. Вот это вот на самом деле самое важное. Вот самое важное, что вам нужно понять, это данный subscription период. Он у нас будет 16 числа, непосредственно с 6 а.м. до 9 а.м. Это у нас время по UTC. Если вы живете в Украине, вы добавляете 2 часа. По Москве вы добавляете плюс 3 часа. В какой-то другой стране или в городе смотрите свой регион и добавляйте к UTC. Вот это вот очень-очень важное время, потому что именно в это время вам необходимо будет зайти на биржу Binance, непосредственно перейти вот в этот вот раздел, то есть заходите в 4 точки, вкладка Launchpad, кликаете FISI Port of Token и заходите сюда. И здесь у вас появится вместо желтой кнопки «Купить BNB», у вас появится желтая кнопка «Зафиксировать». И вам нужно обязательно нажать эту кнопку «Зафиксировать», если вы хотите принимать участие в Launchpad. После этого, грубо говоря, от вас уже ничего не требуется, все будет автоматически. Далее у нас пойдет калькуляция всех балансов, то есть будет пересчет, с каждого пользователя будут сниматься эти балансы, и вам дастся какая-то аллокация. Дальше на эту аллокацию, которую вам дадут, в зависимости от количества всех пользователей, которые застейкали свои BNB, заморозили там, вы получите новые токены порту. Вы их получите по четкой цене, по 1 доллар, и станете счастливым обладателем данных токенов порту. После этого этот токен порта у нас залистится на биржу. Он у нас залистится на биржу непосредственно после данного лаунчпада. И вы его там сможете продать. Этот токен порта вам автоматически упадет на спотовый аккаунт. И токены BNB вам тоже с этого лаунчпада автоматически упадут на спотовый аккаунт.
То есть вот самое главное, вам зайти вот в это время, нажать кнопку «Зафиксировать» и все. Дальше происходит все автоматически, вам остается просто ждать листинга этого токена на Binance. Видите, подходит листинг, если хотите, смотрите, устраивает цена, продаете и, в принципе, зарабатываете. Еще очень частый вопрос бывает лично ко мне: «Денис, а продаешь ли ты эти токены?» Честно, да. Как правило, я их продаю на листинге, потому что, опять-таки, по моим личным наблюдениям, 90% всего, что выходит на Binance, оно имеет очень хороший памп в начале, и я вот как раз стараюсь на этом пампе продать. А далее цена, как правило, бывает исключение, но, как правило, проседает, и даже если вы там верите в проект, вы его фан или что-то еще, то можно подкупить данный токен, ну, по более дешевой цене. Поэтому как-то так. Если остались еще какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях по данным видеороликам или же в нашем телеграм-чате. Там тоже есть отзывчивые, классные ребята, которые вам помогут и дадут ответы на ваши вопросы. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.